Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я уже многократно напоминал о том, что мы давно уже условились, что было две проповеди. При батюшке это сохраняется. Батюшки нет, стоят на своем. А если прочитать проповедь, если пообсуждать, то вполне может прочитать и сестра. Ей никто не запретит читать, потому что на клиросе многое считается и поется. Нельзя понимать это буквально. У нас некоторые были люди, которые стали приставать к сестрам, что вы поете. Женский хор написано в Ветхом Завете, Мариаме был составлен хор, мы ничего нового не придумывали. Я хотел остановиться на слове субботы. Вы когда встречаетесь с кем-то где-то, ну не просто так, что готов к смерти, а спросите о вещах, которые, может быть, неизвестны. Скажите, 2018 год. А от чего первый год пошел? В какой стране? Знает человек или не знает, что это от Рождества Христова. Хотя обнаружена ошибка в 4 года. Надо добавлять еще 4 года. Это Дионисий Малый так подумал, когда пасхалию рассчитывал. Она 532 года и повторяется в те же дни, в те же числа Пасха. И опять идет точно через 532 года и... Кто ему давал поручение составить пасхалию, то есть время высчитать, когда Пасха, подумали, что это указание на то, что 532 года назад родился Христос. Это ни на чем не основано. Ну а позже уже в раскопках было обнаружено, если так считать, то Ирод умер за 4 года до Рождества Христова. Этого не может быть. Евангелие от Матфея определенно говорит, как волхвы пришли к нему. Итак, суббота. Вы с кем-то встречаетесь, скажите, что означает понедельник? Ну, понедельник. От какого слова происходит-то? И вы тогда сразу скажите, что раньше слово «неделя» не считалось неделей, а «седмица» по-славянски, «седмица», «семь». А «неделя» – это воскресный день, недельный. Понедельник, то есть за неделю. Да за воскресеньем. Вторник, второй, среда, средняя, четверг, четвертый, пятница, пятый. А суббота, я вам скажу, почти 100% людей с высшим образованием не ответят вам. Одно время мне предоставили широкую возможность помещать статьи в Алтайском государственном университете, газета «За науку». Ну, прошло какое-то время, и профессорский состав восстал, что, дескать, как так? Наша газета, один человек все захватила. Я говорю, так вы видите, народ-то не знает. Я отвечаю, что такое обрезание, откуда пришло, что такое Библия, почему каноническое, не каноническое. Сегодня я хотел сказать о субботе. Суббота взята с еврейского слова, неправильно произносится, шаббат. Шаббат, суббота. А суббота у нас даже нет. Потому что мы получили Евангелие с прокладкой от Греции. Через Грецию. Мы взяли... пошли слуги-то князя Владимира-то, они не пошли в Иерусалим, а пошли в Константинополь. А это греки, а у греков нету буквы Ш, вообще ее нету. Вот у меня, я говорю, близкий человек был, жил, он греческий язык знает и все. Я говорю, напиши, святая Шушаника. Есть такая в календаре, Шушаника. Он посидел маленько, говорит, а это нельзя написать, как? По-другому. А ее написали Сусанна. О, Сусанна нам известна. А нет Сусанны. Мы говорим Иисус с одной буквы И писать или с двумя. Не с одной, не с двумя, а с полторы.
И кратко первое, Иешуа. Иешуа Гоанаацри. Это Иисус из Назарета. Из еврейского языка. Шаббат, суббота. А что оно означает, слово это? Это покой. Больше ничего нету. Покой. Ничего не делать. Суббота. Запрещалось. Субботу исполняли все до единого. И притом не просто начальствующие знали. Все знали с первого дня. Только Моисей вел закон, данный Богом. Смотрит человек в субботу, говорит, завтра суббота, ничего не делайте, а ему надо растопить там свой таганок, видно. Он пошел сучков наломать. Тебе же сказали ничего не делать. А я что делаю? Я еду надо приготовить. Огонь не разжигать в субботу. Ну а как? Заранее надо было за два дня заготовить пятницу. И тогда в следующий день, через день. И они ману так собирали в субботу, чтобы никто не собирал. Даром Бог давал, как хлеб. Некоторые начали собирать больше. Сразу черви появились. И вот этого человека арестовали. Я все думаю, представляю. Он оставил, жена ждет, нет его. Дети ждут. А где отец? Да говорят, его там в сарае держат. А за что? Ну, тюрьмы-то не было. И на утро с ним арестовать-то арестовали. Никто не знает, что делать дальше-то. И дальше прозвучал голос Божий. Предать смерти. Смерти? Да я за народ свой голову положил. У меня награды. Я, никто ничего не слушает. Я просто развиваю события, как говорит Златоуст. Ты субботу нарушил. Ты не должен был проходить путь больше 1,5 километров. Не положено. Ни ягоды, ни грибы. Это все отставить. Рыбалки никакой нету, торга. Все закрыто. Я видел, как соблюдают субботу. Субботники, адвентисты 7-го дня. Он на работу приходит, сторожка, холодно. Он заранее в пятницу заложил дрова туда, а в субботу чиркнул спичкой. Пришли их братья, рассудили, сделали исключение, как будто бы. Но сказали только так, не зажигай, зажжешь его уже в воскресенье. Они субботу соблюдают. Исключение одно. Заранее заложить, день в холоде просидеть, а потом зажечь. В Израиле все рестораны подают холодную пищу. Плитку включить не разрешается. Один ресторан, да что вы придумали, 21 век-то. Ему наложили такой штраф, что и ресторана никакого не надо. Я говорю, на сегодняшний день приезжают туристы в Израиль. Ну, что я буду сидеть в субботу-то? Я хочу посмотреть там храм, поехать. Им сказали, нельзя машину заводить. Как нельзя? Моя машина. Сказали, нельзя. А он поехал. Бабка, каждый дед, ребенок хватает камни, бьет в машину. Они бросили машину и разбежались кто куда. Это сегодня. Сегодня мы христиане. Мы должны посмотреть, что такое вот эти заповеди, данные Богом. Мне говорят, Христос – конец закона. Какого закона? Это написано, конец закона. Какого? Обрядоверие? Жертвенно? Закон-то не один. А закон что? Греховен? Нет. Закон свят. Закон свят. Закон был благодатен, но он был дан как для детей, для израильского народа. Все Ветхозаветие было тенью, вот тень. С окна или солнца, так поставьте руку, там расплышет. И чем ближе, тем яснее видно, уже 5 пальцев наконец соединилось. Вот так пророчества были все более ясные, чистые, как приближалось время пришествия Иисуса Христа. Шаббат, суббота. Вот скажите им, а шаббат, а греки, они не могли сказать шаббат, букву Ш нету, они саббат, а эти русские пришли суббота, тут легко уже понять. Иисус Ешо нету, Иисус, а евреи говорят, а что это Иисус, где вы взяли? Мы говорим, Иерусалим, а у евреев Иерушалаем, у них везде букву Ш. А если бы русские приняли, они бы приняли как Ешо, Иерушалаем и шаббат, у нас буква Ш есть. Мы не настаиваем, Иисус так и будем произносить. Но знания нам не помешают. И вот Ветхозаветие суббота указывала на покой. Покой Божий. Бог творил мир 6 дней, а в 7-й день почил от всех дел своих. Почил, то есть отдыхает, как будто Бог устал. И сказано было, чти день 7-й. Везде не прелюбодействуй, одно слово заповедь. Не прелюбодействуй. Когда говорится о субботе, там пакет. В субботу не должен работать раб, не должна служанка работать там в комнате убирать, ни осел, ни машину заводить, по-нашему сказать, лошадиная сила. Все отдыхают. Это заповедь самая пространная, самая большая. Ну а о чем она говорила? Вот нас теперь интересует, если Ветхий Завет был тенью будущих благ,
то он на что указывал этот закон? На Христа, на победу, которую Христос одержит. Господь сказал: творю все новое, все заповеди, все новое. Там было не прелюбодействие, а в Новом Завете: и не смотри с вожделением на женщину или женщину на мужчину. Смотрящий с вожделением уже прелюбодействовал. Заповедь была: не убей, а в Новом Завете: гневающийся на брата — человек-убийца. Руки его уже в крови. А ты под одеялом думал, лежал, думал, вот повылазило бы ему. Он мешает. И суббота указывал на покой. А где покой, когда человек в грехе живет? Мы были рабы греха. Он дал свободу жить во Христе, омытым кровью. И поэтому суббота указывал на покой, который нам даровал Иисус Христос. В пятницу его распяли. Он находится в гробе, душа сошла в преисподние места. Он там проповедует. Субботу проповедует. А воскресенье встает, восстало из мертвых, это первая неделя. Воскресенье не первый, не последний день недели, а первый. Новое, первое. Господь сказал: да будет свет, творил мир. Бог творит: да будет свет. Люди услышали Евангелие и пробудились для света истинного. Теперь, когда мы видим, что люди празднуют воскресенье, не Константин его придумал. Первые христиане, мы считаем, откладывали жертву в первый день недели. Собирались вместе первый день недели, считаем послание к Коринфянам. Первый день недели — воскресенье. Это суббота, шаббат. Он даровал покой. Он воскрес, а эти дни он трудился в преисподней, проповедовал субботу. Господь нарушал субботу и говорит: суббота для человека, а не человек для субботы. Почему? А потому что был момент, где люди умышленно шли на нарушение. Сказано: родился ребенок. Какой день? Первое. А когда женщине рожать, никто не прикажет. А когда придет? Она не заботилась, не нормально, все, и вдруг схватила, родила. Теперь восьмой день падал на субботу. А в субботу написано: восьмой день надо обрезать. А обрезание указывало на крещение на наше. Для крещения что нужно? Ничего не нужно. Прийти надо, погрузиться, дать Богу обещание доброй совести. А в Ветхом Завете обрезание было мальчиков, кожица полового органа. Для чего? Совлечение греховных дел. Жить для Бога свято. А это попадает на восьмой день. Ну, женщина, если она родила, допустим, как в воскресенье, то она и попадет туда, или в пятницу. А для обрезания нужна была вода, нужен был огонь, нужны были дрова. И тогда смотрели, что важнее, суббота или обрезание. Обрезание важнее. В одном месте только нарушалась суббота. В субботу разрешалось работать три профессии. Три, без которых никак нельзя. Первое — это кто имеет скотину, пасет, пастухи. Скотине что не скажешь, не есть, не пить. Второе, это касается и нас. Второе, необходимое, это то, что делают души наши друг для друга. Врач. Без врача прихватило, заболел. Врач. Скорая помощь. Это официально разрешается и в Израиле. Ну, а третье, сами посмотрите, когда мы ложимся спать, все открыто, а городские стены должны охраняться круглые сутки, и сторожа. Сторож, животновод и врач. Все. И у нас такие праздники, которые здесь мы отмечаем, ну, отмечаем, можем отмечать, его этот праздник не отмечает фермер, у нас есть. Ему надо, не погода была, один день выдался, но воскресенье ему запретили. Запретили. Воскресенье нам не принадлежит. Оно вне рассуждения. Это день Господень. Итак, суббота указывала на покой, который мы получили не от того, что Бог перестал творить, а творить все новое. Творил новое, заканчивал в преисподней Иисус. И Он воскрес в первый день, полный покой. И теперь суббота указывала на воскресенье. И когда спорят о адвентисты седьмого дня с баптистами, с православными, эти говорят: Бог закончил закон, Он отменил его. Где вы нашли такое? Он пришел не нарушить, но исполнить. Написано. И, да как написано? Люби отца и мать, там чти. А в Новом Завете как? В Новом Завете мы другое знаем. У нас есть молитва за умерших родителей. Мы поминаем. Мы свидетельствуем им. Мы ставим любовь к Господу выше родителей, чем к родителям. Кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня. Любую заповедь возьмите в Ветхом Завете. Написано: не делай никакого изображения. А у нас иконами все увешано. Да, увешано. А почему? Не делай изображение человека. В Ветхом Завете изображение человека нельзя было делать. Почему? Все до единого шли в преисподние места. И Авраам, и все. Все до единого.
Иоанн Креститель тоже оказался там. А в Новом Завете и Дух его идет к Богу. И упокой, Господи, в обителях небесных раба Твоего. Молитва продолжается, любовь не заканчивается. А раз они на небе, и у нас иконы святые изображения, там Матерь Божия, там святые апостолы, там святые пророки. Итак, суббота, накануне воскресного дня, напоминает нам о чуде воскресения Иисуса Христа. Будем достойно праздновать его. Поэтому воскресное Евангелие мы и слышим в субботу. В 6 часов вечера начинается уже воскресный день. Богу слава за все. Хотя в субботу можно работать до 24 часов.